Территория бывшего Самарского аквапарка получает новую жизнь. Здесь расположится крупнейший на данный момент термальный комплекс в России. Он станет частью федеральной сети городских терм, которые открыли более 20 комплексов по всей стране. Площадь терм в Самаре будет более 23 тысяч квадратных метров, включая внутреннюю и внешнюю территории. На улице 3 бассейна, внутри 5. Кроме того, комплекс включит в себя более 30 парных и саун, детскую зону, спа-центр и другие объекты. Все это позволит принимать разных гостей, от самых юных до пенсионеров, от любителей просто погреться в теплой воде до профессиональных банщиков. Когда делается большой объем, то это получается, что такое сочетание какого-то, курортности, да. Поэтому мы можем рассматривать этот объект еще как городские термы, но еще как городской курорт, внутри и снаружи тоже. Поскольку уличная зона достаточно большая, она тоже позволяет создать вот эту курортную атмосферу отдыха, расслабления, которой там часто не хватает. В комплексе регулярно будут проводить различные практики и мастер-классы вроде гвоздистояния, йоги и акваэробики, а еще устраивать шоу-программы и соревнования по банному спорту. Некоторые парные в комплексе оборудованы витражными окнами, что позволяет здесь не только отдыхать, но и проводить соревнования по коллективному и индивидуальному парению. Ведь так судьи смогут увидеть участников. Планируется, что комплекс будут посещать не менее 60% населения области, а также гости из соседних регионов. Новый центр отдыха сможет привлечь дополнительных туристов в город. Для того, чтобы всем было комфортно, дополнительное обучение проходят сотрудники комплекса. Они сейчас стажируются в других городах, чтобы начать работу уже с опытом. Идет очень тщательный отбор. После отбора идет очень тщательная стажировка, аттестация, адаптация персонала. Приедут коллеги на кураторство на 1-2 месяца уже из действующих терм. Но те сотрудники, которые набираются, они имеют огромный опыт управленческий, техническая служба очень грамотная. Сейчас специалисты продолжают подключать оборудование и работают над внутренней отделкой помещений. Планируется, что тестовый запуск пройдет в первой декаде октября, после чего комплекс заработает в полную мощь для самарцев и гостей города. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.